Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я на выставке фиалок, метро Нарская, Пермский универмаг. Вот такие фиалочки. Смотрите, изумрудная роза, ЕКА. Это кумака. Вот листик 150. Это кто у нас? Пиноккио. ЕКА, Пиноккио, шелковые кружева, ЛЕ, НК, мир вашему дому, какие красивые, крупные, обалденные, крупные белые цветы, вы посмотрите, там такой размер, так, не подписано, видите, можно купить этот цветочек шикарный за 550 рублей. Такие помпоны. Тоже не подписано. Так, я все. Это город Байконур. Тоже не подписан сорт. Также можно приобрести. Ой, какая пинк. Розовые. Смотрите, хоть меленькие цветочки, но красивый лист. И хоть они и меленькие цветочки, но все равно это смотрится очень красиво. Рахат Локум. Боже, как он под искусственным светом блестит. Какие оттенки. Очень красивые. ТДН Рахат Локум. Денисенко. Это не подписано, поэтому не знаю. Так, дальше у нас идет ЛЕ Рима. Также можно приобрести, видите, 450. ЛФ яблочный зефир. Ну это все равно, это надо. Да, конечно, это вы вообще. Нет, я не про себя, я про вас. РС Небесный Ангел. Гром и молния. Ну какая. Прям такая красотка. Седой граф. ЛЕ Седой граф. Это пломбир с черникой. ЛЕ. Чудо-юдо. РС. Чудо-юдо. Но есть чудо-юдо. Такой гофрированный цветочек. А это АВ-позитив. Ну, красота необыкновенная. Очень, очень. Полет валькирии. А вы полет валькирии. Да я только к ним бегу. Там я один раз купила, мне он каштовней. Я не хочу говорить, женщина так, стоит. Так, я напишу. Фиалка, я видела, вот. Что листья никакие. Вот, вот надо вот, было вот, вот. Фиалку купить. Короче, если приехала, приумеряла сразу. Сливовый дождь. Давай посмотрите, какая. Вот эти штучки как блестят, красиво. Красота. ЛФ, посмотри в глаза. А само растение сколько стоит? Нет, это фиг вам называется, не продается. Да, очень красиво. Прямо. Так. Все, смотрите, да, все в бетонах. Такая зеленая, извините, зеленая нежность. Да, это все, вот это же все. Такая красота, такое великолепие. Я возьму три. Фиалки, конечно, красный тюльпан. Это у нас РМ волшебный тюльпан. Просто у меня не в том плане, что мне просто это и знакомую хотела бы тоже. Ну вот, да. Хорошо. Так, а вы черный принц. Красный тюльпан хочу. Так, а вы золотой шафран. Такое красивое сочетание цветов. Очень. Игра.
Ну, черный принц, конечно, посмотрите. А вы черный принц. А вы великолепие. Это цветочки Римочки шильком. Красота. Роскошная жизнь. А вы экстаз. Так, а вы кринолин. Немножко дам другим дорогу. Так, а мне дорогу. Сейчас, Верочка, мы немножко уступим, потому что... Смотрите, продается, но не указано, не указано сорт. Нет, не написано. Так, это N фавна. Так интересно. Считаем, да. Потом еще подойду. Так, там не подойти. Ой, ну какая красота. Надержаться надо. Посмотрите, БР Русь уже цветет. Боже, какое великолепие. И вот также еще 700 рублей. Но уже взрослое такое, как я смотрю. Посмотри, в глаза есть. Ну, много чего, много. Деточки. Фарфоровая леди. ДН, фарфоровая леди. Это уже цветы. Наталья Булко. Декупаж. Денисенко. Декупаж. Так. Плавненько, плавненько. Рахат Лукум. Видите, есть. Ну, красивый он, красивый. Такой необычная фиалка. Илье Айседором. ПТ Королевич Елисей. Так, название. Великолепная. Музыка сна есть. Все. Шикарные. У девочек шикарные фиалки. Любоваться и любоваться. Сара Бернар. Татьяна. Кстати, она сегодня приедет так же, как и с Еленой Скорняковой. Ой, с Натальей Скорняковой, извините. Так, а что-то здесь не подписано. Не подписано. Сейчас узнаю. Так, это фиалочка. Татьяна Памцеса Жасмин. Это мир вашему дому. А вы эталон. Пончики. Такие. Красивые. А вы хурма. Великолепие. Великолепие. Ник. Любовный напиток. Так. Вот это я не показала. Ват маяк. Ути, боже мой, какая красота. Смотрите, от центра идет такие лучки. Ну, просто что-то с чем-то, что-то невероятное и великолепное. Ой, а это ник. Это вот Наталья Булко, ее цветочек. Ник Серенада. Эльф Серенада, эльф, химерочка. Пестролистная. И колокольчик. Это, боже. Элье Флоренс. Елена Лебецкая. Так. Тут есть, которые не подписаны, поэтому я их и не называю. НД Шалфей. Ага, Наташа, а Рахат Лукума нет этого детки? Только листья, да?
А будут? Нет. Нет. Лунная миссия. Это Наталья Булко. Озеро Надежд. Черничный десерт АВ. Есть укорененные листья, нет? Укорененные листья, нет? Да. Ой, их так долго выращивают. Энде солнечный декабрь. Лакричный карамель. Великолепная. Необычная. РМ «Волшебный тюльпан» Скорнякова, это Наталья Скорнякова. Не, ну лакричный карамель. Это же необычная фиалочка, необычный сорт. Она у меня есть. Солнечный декабрь. Это фиалка, вот, селекционер. У Тибузи такая холёсенькая, маленькая, ну холёсенькая. Вы посмотрите, да? Вот так и вот так. Бегущая по волнам. У меня есть такая фиалочка, такой сорт. Великолепный, красивый. Элфе, ваниль. Аллен. Ага. Вот, читаем. Читаем. Чтобы я не переврала. Могу. Аллен, Летиция. Заикина, КЗ, драгоценность, драгоценная ты моя. Так, АВ, кринолин. Тибузеньки ты моя, ЛЕ, Флоренс. АВ, черный принц. РМ Иллирия. Черемуха кудрявая. Новогодняя сказка РМ. Да что красивый рахат луком. Необычно по мне лично. Очень привлекательно. Да не все привлекательны. На них смотришь. Ник Харуми. Это вот Наталья Булко. Ник, видите, ник это Наталья Булко. Ее фиалочка, ее селекция. Такая нежненькая, хорошенькая. Много которые не подписаны. Ник Маков цвет. Так, ЛЕ, Толибецкая, Маджента. Бузя, какая сиреневая, невероятная нежность. Там у них аж две штучки в стаканчике. Хмельное лето, тоже Наталья Булко. Ват, ночной мовалик. Ух ты. Это лунные кошки. Тоже Наталья Булко. Вы посмотрите, какая великолепная, невероятная фиалочка. Вот. Тоже большие такие крупные цветочки. Яка, шедевр кондитера. Гузенький, такая маленькая, но холёсенькая. Посмотрите. Простенькая, но красивенькая, хорошенькая. Не подписано. А, также Наталья Булко. Звездная система растения можно приобрести за 600 рублей. Это даром, просто даром. Такое красивое. Красивое. Лека город тысячи планет. Такой глазастик. С искорками. МТ улыбка ангела. Ой, боже. Название. Посмотрите, какая великолепная. А,
Морская сирена, тоже Наталья Болко. Не, ну вот это вот. Очень хорошенькая. Колокольчики, кони в яблоках. Тоже Наталья Болко. Это у нас Ват Алиса. Ник, также Наталья Болко. Вуалетка. Ой, как на солнышке блестит. Я надеюсь, вам видно. Так, Наталья Болко. Магия утра. Химера. 1000 рублей стоит. Боже. Какая красота. Это вот деточка. Ну, не-не-не, что-то я не сказала. Не деточка, а крупное уже растение. Так, это тоже 1000 рублей. Легкий шифон. Наталья Болко. Так. Ты это вольет, увидела? Кольчик. Смотри, какая. ТВ «Жемчужина Нила». БР «Зимняя метель». Посмотрите, какие помпоны. ЛФ «Наташа». Вот такая Наталья, Наташа. Бусинка маленькая. И цвести начало солнышко. Без названия. Эту фиалочку можно купить за 500 рублей. Видите, за 450, за 350. Наталья Болко. «Власть времен». Ух ты, химерочка какая. Красивая. А вы харакири. Чудесно, еще одна химерочка. Вот. Так, это уже не фиалочки. Ведь подписали бы, кто это. То я. Стрептокарпусы, вот. Деточки. Богиня солнца. Красиво. Теремы. РМ богиня солнца. Красота. А можно вот такой стрепсик? Лукоморье. Боже, да чего такая, смотрите, малюсенькая, такая халюсенькая, такая красивенькая. Вот у меня шотландский вереск, видите? Он такую шапку нарастил, такой красавец стал. Невероятно. А тут, ага. Там это. А вот это белое, вот это корни, это ее, да, висящие корни. Вот они надо вставлять. Тоже колокольчики. Это карпус. Да. А давайте у меня тут есть местечко для него. Какой большой цветок. Такая розочка. Это гибискус. Вспомнила. Какая красота.
Пеларгония. Или нет? Могу ошибаться. Могу ошибаться. Бугенвилия. Егорка молодец. Вот она, Егорка молодец, тоже красиво. ПТ Катерина. Катюнка. Бунтарь. Селекционер. Да, Даян. А вы хурма. А вот это сколько будет? ЛЕ, медный всадник. Я и деткам ее продаю. А сколько такая? Я ее пока не продаю, детки продаю. Какая темная. Темное великолепие. Детка, 250. А, это РС балерина. А вот эти? Это 350, это взрослое растение мини. Джуз Аделина. Это 600. Блу дракон. Есть ее детка за 200. Обожаю этот сорт. Такая миничка, видите, сорт. Вы в принципе спрашиваете, или только белую хотели цветущую? Это не я спрашивала, эта женщина ушла. Вот. Просто космосовая. Это деточки. Это дыниумы. Вот я смотрю, по 700 рублей. Вообще даже не знаю, сколько они вообще стоят. Традисканции. Ой, какое морозное чудо. F зеркало души. Ну, прям морозное чудо. Эх, радуги. Корнеева. А нет, извините, Берникова, селекционер. А коллекционер Корнеева, Елена Корнеева. Это вот цветы Леночки. Вон, ЛЕ, пышечка. Какие минички великолепные. Какая же прелесть. Вот только на них любоваться, смотреть. Снежный георгин. Тоже Бердникова. А вы лесные мотыльки. Ин капризуля. Зеленый чай. Тоже Бердникова. Бердникова. Ой, вот это АВ Амурчик. Тут их 4 штуки. Но вы посмотрите, они как вот эта малипусенька. А она, это взрослое растение, но это минички. Как сказала коллекционер, они именно вот отличаются размерами, это от освещения, кто где стоял. Ну, от условий. Такая маленькая, вся такая шапочка. Вот, это амурчик. Ну, вы посмотрите. Боже. Это шедевр. А вот это. Паучок такой. Интересная фиалка. Интересная. Эн ангел мой. Тоже селекционер Бердникова. Ландыш серебристый. Ой, пропустила.
Ёжик в тумане. Боже ты мой, есть такой большой стандарт АВ. А это Минечка такая маленькая, ёжичек. Пейзаж в тумане. СК. Это Кузнецов. Горный воздух. Тоже Бердникова. Элвиника. Спорт. Вот сама Элвиника. И вот как она процвела, деточка. Видите? Прелестно, прелестно. Позитивчик. Деточки показываю, потому что вдруг кто-то увидит свою хотелочку, примчит и осуществит свою мечту. А почему нет? Почему нет? Главное самой удержаться. Самой удержаться ставить некуда. А вот это. Ира, держись. Бузи-то такие маленькие. Не-не-не. Аж страшно, аж страшно. ЛЕ Марс. АВ Кринолин. ЛЕ Шатобрион. Спорт. Так, это Оленька Химера. Селекционеры Андрусенко и Артемова. РМ Королевские кружева. РМ Маргарита де Север. ЛЕ Маргарита. ЛФ Элина. ЛЕ Взбитые сливки. Спорт. ПТ Шах Шахтияр. ЛЕ Сатори Элит. ДН Риздва. Денисенко. Угу, спасибо. Да. Селекционер с Украины. ЛЕ Богдана. Лебецкая. Сорт. Сахарный щербет НД. Пальмира РМ. А вы тепло на душе. Химерочка. Селекционер левая. Евдокия. ДН Денисенко. Ольга. НД первоклашка. Это Оленька. РМ Весна. Скорнякова. ЛЕ Фаэтон Сын Солнца. Больше деток. Там лист детка. Лист детка. Можно продать.
Прелестница, прелестница. Это химера. Такие не все красивые. А вот это. Боже, а вы 758-18. Фиалка, вот вы посмотрите, какая химера. Прям смотрю, любуюсь. Невероятная фиалка. Ира, держись. Свадебный букет. НД, уральские самоцветы. ПТ Симона. ЛЕ, рождение галактики. Это Наталья Булко. Сорт пока, видите, ник, это ее инициалы, и -8, так называется сорт, походу, но красивая. Ян Каприз. Ох ты, боже, голубой туман. Марев. Ну, которые крупные, да, все по 300. Царская милость РС. А по сортам спрашивайте. Вы посмотрите. Это пеларгония. Вот спасибо, написали. А то бы я вспоминала бы. А какая, вы посмотрите, она нереальная. Она нереальная, 700 рублей. Синангония. Это вот Садовый Лукоморье центр. Вот. Нет, но... Она меня просто очаровала. Здесь вот лист. Ну, мне кажется, это разный сорт. Вот этот, да. Ну, это вообще... Это... аж нехорошо. Поскольку они, эти листья? По 300 рублей? Ну, вот это, да. Это что-то. Я поняла. Держись. Вот это? Да. У меня картинки просто нет. Сейчас вам покажу. Это вот цветы Анны. Фуксия. Молодец, продавец. Молодец. Подписала? Вот все, фуксия. И не надо вспоминать, голову ломать. Не все же знатоки. Я далеко от этого. Так, эти цветочки Оленьки Емельяновой. Деточки. Вот. Это не очень-очень много трейлеров. Великолепно, красивенных трейлеров. Солнышко сюда попадает. Вот ее визиточка. Сайт у нее есть. Можно по сайту заказать. РС виньетка трейлер. Я под видео выложу ссылочки на девочек, на их страницы, на сайты, у кого какие есть. То есть можете им написать, приобрести, спросить про желаемый сорт.
Ой, ну какая красота, то я не остановилась, это именно. Вот. Госпожа Метелица. Город СВ, город Венеция, трейлер. Вот. Телефон ее. Византийская роза, РМ. У нее стар Ольга Емельянова. Коллекционер Адаен Денисенко, по-моему, если я не путаю. Вон там филька есть. Увидела знакомый сорт. ЛЕ, хрустальный водопад. ПТ, первая леди. Так, это декабрис Шлюмбергера. Вот. Видите, какое разнообразие красоты. Красоты. Эписция. Вот у меня есть некоторые. Ну, вот это голубенькое. Колесенькое, голубенькое, вы посмотрите, эписция. Прям хоть бери. Пинк. Эписция, пинк. Вот это красавица. Бегония. Красивые, конечно. И сколько труда, да, на выращивание фиалок, вот таких цветов. Большой труд, девочки, молодцы. Ой, боже мой, какая красотка интересная. Ой, какая, вы посмотрите, прям осенняя. Невероятная. Я так думаю, это Калиос, Калиос. Я думаю, тоже Калиос. Первый раз такой вижу. Красота. Это хоя, наверное, да? Какой только нету. Я много цветов не знаю, поэтому и молчу, любуюсь молча красотой. Это вот драгоценная орхидея. Лудизия. У нас жир 2000 стоит. Какая прелесть. Сейчас я ставлю на ярко место, на светлое, на
просто фонтан. Так, и приехали девочки. Два селекционера. Татьяна Пугачева и Наталья Скорнякова. Посмотрим, что они привезли, какую красоту. Это, по-моему, у нас сон бабочки. Это голубой хрусталь. Молодец. Так. Это Татьяна Пугачева. Называется. Спасибо. Спасибо. Такая красивая такая. Нет, бермуда. Тайная любовь. Это тайная любовь этого года, да. А бермуда, она синяя, такого цвета, да? Ну, она не прям, конечно, как на фотографии, все равно немножечко лавандовый ответ есть. Такой эффект. А если его ближе к синему? Потому что они не любят, когда корни. Какая деточка есть? Да, где-то была, сейчас я посмотрю, Николь. Одна была, Николь. И Лариза не хуже, даже еще интереснее. Так что смотрите, вот она не хуже. А, вы имеете, вы мне говорите? Вообще всем говорю. Вот есть а Лариза, это вот она. Фотография. Здесь просто более ярче. Ой, красота. Красота. Да, красота. За счет этого она смотрит очень красиво, очень большое. Танечка, это новинка. А почему они там? Я очень хочу подкрашивание. Вы такой фото нигде не найдете. И фотографии вот так. Вот, просто фото нет. Кого-то причем видно, что выдрали. Не то, что там аккуратно, а выдрали. А что там красить? И по всему цвету как бы перевод сверху. Можно. 200 рублей листик. А он один единственный, да? Вот их было всего два. Один Оля забрал, второй у вас. Ну вы не смотрите, что он такой маленький. Ну я за вот, чуть-чуть побольше. Голубая она жемчужина, она прям белая с голубым, по голубому горошке. Вот здесь две детки вместе. Чтобы горошки передались, я всегда сажаю фантазийные сорта по две штуки. Значит, вот она из голубых очень красиво смотрится. Значит, еще оттенок селигер где-то, а вот она еще голубая жемчужина, тоже идут две. Смотрите, две. Она еще с кроновой пестролистностью. Видите, какая у нее пестролистность красивая. Ой. Так, еще должен быть селигер. Это новинка этого года. Давайте я поставлю. Вот. У него голубой, но не чисто голубой, с лавандовым таким отливом. Нет, это вот этот, вот это у него сине-фиолетовый, темный такой центр и фэнтези. Значит, сейчас.
сейчас. Вот он, селиген. Значит, вот он тоже в голубых таких оттенках. Вот фотография его немножечко даже стемнила, мне кажется. Вот этот голубее. Этот, он голубоватый, чуть-чуть как с таким лавандовым отливом. Даже не лавандовым, васильковым, мне кажется. Вот таким вот отливом. Тоже фэнтези, но они отличаются друг от друга. Вот когда их, если вместе поставить, то есть цвет разный. Но голубее вот это. Голубее. А значит, вот это 500 рублей будет стоить. Тут две детки. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Исполнение желания, чтобы все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Ну и мирного неба над головой, дружба между народами, уважение, взаимопонимание между разными верами, с преданием. Всем до новых встреч, до свидания.